Так, ребята, на выезде из Саранды к Самиль, вот сюда, центр у нас, в эту сторону, буквально в 100 метрах от отеля Alier Grand Hotel есть апартамент Трой. Многие наши туристы здесь и живут. Рекомендую обратить на это внимание тем, кто первый раз, или те, кто предпочитает бюджетный отпуск, студентам также. Вот, смотрите, сейчас со стороны снимем. Так, чтобы никому не мешать. Это территория внизу ресторанчика. Здесь есть гриль, печка, выпекают вкусные питы. Вот тут живут туристы. Вот так пишется. Трой Апартментс, ресторан, пиццерия. Так. Привет. Вот такая территория. Значит, здесь вы можете попробовать традиционную мясную кухню Албании. Все очень просто, но очень по-свойски, по-домашнему. Морскую кухню Албании, местного региона Саранды. Рыба, морепродукты различные. Кухня, как ни странно, с открытым стеклом. Вы можете смотреть, как работает помощник шеф-повара, шеф-повар. Вот, вот, кстати, у ребят много друзей в Украине. Наши туристы дарят им подарки такие. Вот так все это выглядит. Сейчас посмотрим меню. А ну, давайте я вам покажу уборную. Вот так уборную. Рукомойники. Ну, очень все прилично, знаете. Просто и со вкусом. Ухожено, чисто. Чао, шеф. Hello. Hello, видишь, говорит, hello. Добрый день. Добрый день. Добрый день. Так, мы посмотрим меню сейчас. Что у нас тут есть? Меню. Давайте смотреть. Супчик. Славя Украина. Героям слава. Чикен суп, куриный суп. А, и на русском языке, пожалуйста. То есть на албанском, можно даже язык учить. 300 лек. Напоминаю, курс 120 за 1 евро. Овощной суп 250, рыбный суп 400. Суп трое. Паша кюфте. Суп трое, паша кюфте. Ну, какой-то свой. Наверное, кюфте это фрикадельки. 350 лек. Салаты. Салат из рукколы, помидоры, апельсины, пармезан 380. Сельский салат 350. Триколор 300. Греческий 350. Антипаста это то, что идет перед основными блюдами. Грибной микс 400 лек. Овощи, запеченные в духовке 300. Холодная антипаста 1200. Это может быть какой-то набор мясной. Ассорти из морепродуктов 1200 лек. Так, что тут еще у нас есть? Кальмары 1000 лек, осьминог на гриле во фритюре 1000 лек, соте из миди 500, блюдо очень большое, тяжело вообще одному съесть, вдвоем как раз. Микс трое, креветки, кальмары, соус 1500, рыба, пешка называется на албанском. Значит, коче, леврек, микс пешку, коче, 1000 леврек, 1000. По-моему, это сибас был. Коче, это, мне кажется, дорадо. Микс из рыбок во фритюре 1000 лет. Так, паста различная. Спагетти с морепродуктами 700. Лингвини с морепродуктами 700. Спагетти просто 200. Ризотто 200. Прекрасно. Цены, как по мне. Овощное ризотто 500. Ризотто с морепродуктами 700. Пене арабьята 400. Спагетти болоньез 500. Это все такое мясное, рыбное. Так, мясо, мясная отбивная с жареным картофелем 850, стейк из говядины с пюре 1000, мясо свинины с картофелем и овощами 700, ягненок с овощами 950, куриное филе 700, с картофелем и овощами, причем это полноценное блюдо. Куриное филе панированное 800, с грибами, курица с рисом 900. Так, албанские закуски, бюрек. Бюрек – это как наш чебурек, только слоеного теста. 250, он может быть мясной, сырный, овощной. Испили – южноамериканский пирог из кукурузной муки, начинка и шпинат 380. Долма – ну, знаете, что такое, 250. Пищевые соучастники. Бабушкины фрикадельки – пищевые соучастники. Бабушкины фрикадельки – 370. Рисовые котлеты – цифрики, джирокастры. Цифики, джирокастры – 308.
картофельное пюре 300. А вот рисовые котлеты, кюфте делали мы, показывали вам прямо из Жиркастра в другом ролике. Посмотрите, пожалуйста, пройдите по ссылке. Так, и вот алкогольное меню. Пиво 200 лек, пиво Корча 200 лек. Ну, местное. Я предлагаю вам местное пить пиво. Никакое не Перроне, итальянское, а там Корона. Пейте нормальное. Корча, как по мне, самое лучшее. Так, вино. Стакан 250, бокал, прошу прощения, glass of wine. Красное вино 1000 лек, 1 литр. 1000 лек, литр. Белое вино 1000 лек, литр. Раки 100 лек, порция. Вот такие цены, как по мне, очень демократичные. Ну вот, запоминайте. Ресторан Троя. Еще смотрите, это наш friendly. Friendly кафешечка. Троя вилла, Троя ресторан. И вот обратите внимание, под Троя тоже Бомбарбия написано, видите? Павел. Кушаешь с видом на Корфу, красота.